Путин решил отправить украинских беженцев домой. Президент Российской Федерации выделил многочисленный грант на программу помощи беженцам с Донбасса. В частности, дополнительному государственному финансированию подлежат мероприятия в рамках репатриации беженцев. По информации, размещенной на сайте фонда грантов организации Центра развития региона в Красноярском крае, получила почти 500 000 рублей на проведение социологических исследований с целью решения проблемы расселения беженцев в данном регионе и возвращения их в Донбасс. Третий этап всероссийской программы будет посвящен непосредственно разработке алгоритмов оптимального возвращения украинцев в Донбасс, включая трудоустройство и расселение на местах. Краснодарский край стал первым российским регионом, где стартует заявленная программа. Информации об аналогах в других областях России пока не поступало. Краснодар, скорее всего, станет испытательным полигоном для социального эксперимента.